Дарья Клишина, заслуженный мастер спорта России по легкой атлетике в проекте «Тверь Тим». Успех в целом, сложно его описать именно так. Он состоит из маленьких каких-то моментов, которые запоминаются и остаются в душе, и к которым ты все время пытаешься вернуться. Фотографии в купальнике людям нравятся гораздо больше, чем мое, например, уставшее, измученное лицо после тренировки. И вообще человек всегда должен принимать другого человека и любить его таким, который он есть.